на час моего поступления до отделения микрохирургии, до Подгайского, у нас было товариство болгар там. У невеликим отделении нас было 9 человек, все ахвяры болгарки. Этот вечер Василий Иванович никогда не забудет. Попытка распилить брусья шлифовальной машиной стоила ему здоровья. Он включил розетку, и она начала, лежа на полу, начала там крутиться, вертеться, ударяться. И за счет этих резких движений начала летать по гаражу у него. И погнала мне на тварь. Рефлекторно я прикрыл рукою тварь. Думаю, зараз там меня, а я до стены спиной припершись, думаю, тут зараз меня она и порежена на кусочки. Потом она падает на ногу, покуль я тягнусь до вилки, как ее выключить, и перерезая шнур свой же. И тут тихо. Первая мысль – остался без руки. Врач-анестезиолог Василий Филипчик уже тогда осознавал, чем чреваты такие травмы. Когда я раскрыл сам долонь, то увидел, что там костки, увидел сустав порезанный, у яким опилок было полно. Ну, нога – это по сравнению с рукой дробяза. Когда вот такие высокоэнергетичные штучки, типа вот пилы такой или там циркулярные большие разводы зубов, там всегда проблема потом восстановления сосуда, потому что они рвутся на протяжении. Это же как контузия, удар по нерву, он на протяжении начинается уже его там перестройка, он может погибнуть, то есть вернее он не может, он точно погибает нерв, если его пересечь. Оперировали всю ночь. Нужно было сшить артерии, вены, мельчайшие сосуды. А после еще 2 операции и 2 года на восстановление. Тяжко было хирургам, но, дякую Богу, справились. Так называемые жертвы болгарки в отделении микрохирургии – частые пациенты. Некоторые попадают сюда неоднократно. А причина травм банальна – нарушение техники безопасности. Я думал, что я уже великий будовник. Столяр, плотник, и вилка у меня стояла шмат большая по диаметру, чем ее можно туда ставить. Когда уже крайние варианты, когда не могут помочь общие хирурги, травматологи, тогда уже помогаем мы, такая последняя инстанция. Минская областная больница, отделение пластической и реконструктивной микрохирургии. Здесь врачи-виртуозы дежурят круглосуточно и работают в экстренных условиях. Это, естественно, высокотехнологичная и сложная операция, которая выполняется только в нашем отделении, потому что для этого необходимы специальные условия. Наличие микроскопа, наличие микроинструментария и наличие, в принципе, способности хирурга сделать. Там другой мир вообще, когда ты заглядываешь под микроскоп, и ты все видишь совсем не так, как оно есть. Тебя просто оттуда уже не вытащить. Пациентам пересаживают кожу, мышцы, кости, восстанавливают сосуды, нервы и сухожилия. Труд филигранный, требующий ежедневной практики. Успех микрососудистой операции во многом зависит от качества выполнения шва. Здесь используют операционный микроскоп, ультратонкий шовный материал, микропинцеты, микроножницы. Вот такие микроскопы улучшают видимость за счет значительного оптического увеличения и обеспечивают высокую контрастность картинки. Это позволяет хирургам работать с повышенной точностью. Изначально микрохирургический метод применяли только при ампутациях. Теперь же микроскоп используют во всех областях медицины, от урологии до офтальмологии. Микроскоп должен быть хорошим. Вот у нас сравнивают его с нашей Lamborghini. Таких микроскопов, как у нас, в стране, наверное, штуки только 4. Один мальчик кинул кирпича, а палец весь в крови был. А майка тоже весь. Сразу приехал в курорт. Приехал, шашивали. А теперь бинтово гипсы положили. Прыгнул с первого этажа. Зацепилась майка, я упал. И перелом, и гипс там еще наложен. И что, страшно тебе было? Да нет. Укол сделали. Капельницу потом ставили. Летом отделение больше походит на детский сад. Вот уж у кого каникулы не удались. Гомельская, Могилевская, Витебская области. Сюда везут детвору со всей страны. Полумиллиметровые сосуды, это уже называется супермикрохирургия. Это особенно у детей. Всегда проблема с венозным возвратом. Найти, бывает, вену очень-очень трудно, чтобы восстановить. Нечастные случаи различные, когда дети попадают
то есть в какие-то станки, где-то бывают с родителями, родители там чуть-чуть не досмотрят, или не на родителей, просто вот ребенок как-то случайно куда-то влез. И чаще всего это, конечно, тоже ампутации. Либо кисть, либо предплечье, плечо. Вот у нас был мальчик. Восстанавливаются дети гораздо легче и быстрее взрослых. Вот и у Вани все еще впереди. Он заново учится ходить. У нас на Копанке такой бортик есть. Он запрыгивал на него и подъезжал. Покупал, а он картошку отбрасывал. И как-то нога соскользнула. И все. Попал. Случилась беда. 9 часов на операционном столе. 2 бригады хирургов и сложнейшая пересадка кости. Малую берцовую взяли из здоровой ноги мальчика и вживили в больную, закрепив вот таким фиксатором. С противоположной голени берется дополнительная кость, которая, в принципе, не участвует в опоре конечности, перемещается в то место, где эта кость отсутствует. Плюс еще мы взяли у него широчайшую мышцу спины с покрывающей кожей, чтобы закрыть эту кость, потому что она практически была голая, мне ее надо было чем-то укрывать. Через неделю у него за счет сдавления ножки наступил тромбоз артериальный, мы, слава богу, его успели взять и прооперировать, и восстановить опять кровоток. За год Ивану сделали 14 операций. Теперь нужно укреплять ногу, выполняя специальную разминку. Вот эти вот все упражнения, каждый пальчик долго сижу и разминаю. Кричит, все, бывает, не дает, но я ему вот это все делаю. По-тайски говорим, он с того света вернулся. Обучается Ваня на дому, а в свободное от занятий время собирает конструктор. Передвигается пока на костылях и уже самостоятельно выходит во двор. Если я сейчас буду неосторожен, то я буду падать. Потом вообще не смогу ходить. Хочу скорее выздороветь и пойти в школу. Уже давно не был в школе. А там не пересказать той боли, того крика, того все, что мы прошли. Везут его и спрашивают, Вань, тебе не страшно? Нет, мне ничего не страшно, будет все хорошо. Мне тоже все время говорят, я буду ходить, мне снится, я бегаю, я гуляю, я буду ходить, будет все хорошо. Все операции Ваня перенес не по-детски стойко, по-мужски. Сейчас он уверен, что обязательно поправится и скоро вернется к своим одноклассникам. С Ваней случилась эта трагедия, дети не остались равнодушны. Они просили учителей, чтобы мы звонили, интересовались, как Ваня, как его самочувствие, когда он вернется к ним непосредственно в класс. Это была, говорю, такая забота, мы даже и не ожидали, что вот дети окажутся вот такими внимательными, такими чувствительными друг к другу. 92-й год. Молодой и перспективный врач Подгайски стажируется в Берлине. А по возвращении в Минск проводит первую в стране операцию по смене пола. И сразу успешно. С тех пор в Беларуси сделали около 100 таких операций. Транссексуализм им дают такой психиатрический диагноз. Теперь уже как-то стало немножко по-другому. Потому что первые операции, которые мы делали, первые шаги, которые они делали по, в другом обличии, конечно, для них это все кругом показывали пальцем и все прочее. Поэтому страдали очень много от этого. В составе комиссии 15 специалистов из разных министерств. Здравоохранения, обороны, внутренних дел, юстиции и образования. Они решают судьбу пациента. Здесь крайне важно не ошибиться в постановке диагноза. Поэтому разрешение на операцию по смене пола получить довольно сложно. Это год, а порой и не один тщательных обследований. Если мы настоящему трансу там отказали, они просто не могут в такой ситуации жить и существовать, и поэтому очень часто у них суицидальные попытки. Очень часто. Марк родился девочкой, но уже в юном возрасте стал чувствовать себя не в своем теле. Вначале ты там отзываешься, там еще что-то там, с хлопцами там, война всякая, стройки, копалки. А потом уже годам 10 ты понимаешь, что уже что-то не то. Но осознать, конечно, это годам, может, 15. Когда появляются какие-то привязки, какие-то люди начинают нравиться. Когда уже начинает все это, как говорится, развиваться тело по-другому, ты уже понимаешь, что все. Впервые пришел к Подгайскому в 28 лет, еще в 90-х. Пережил около 6 операций. Это просто закрываешь глаза и идешь, потому что другого нет.
выход. Ну, это загадка, наверное, до сих пор для каждого, почему так происходит. Многие относятся это к каким-то там патологиям, там, неправильное воспитание еще. Но я думаю, что это глубже. Мне было страшно очень. Она же травмирующая операция, по сути дела, это инвалидность. Вскоре после смены пола Марк женился. Со своей супругой они познакомились еще до операции. Все у них было хорошо. Были у нее, у этой его подруги, от предыдущего брака были дети. И он полностью готов выполнять любой супружеский долг в том числе. Кроме, конечно, детородных функций. А после 10 лет совместной жизни супруга Марка неожиданно подала на развод. Расставаться доводилось и с коллегами. Каждый раз, когда тайное становилось явным, работу приходилось менять. И тем не менее, он восстал из этих всяких перепитий. Он теперь достаточно интересный парень. Все основные операции сделаны. Остались разве что корректировки. Но это совсем не обязательно. Не дай бог каждому вот через это все вот пройти. А что вам нужно для счастья? Она очень дорогая, эта жизнь. Она стала совсем другой. Абсолютно другой. Ты чувствуешь себя свободным, несмотря на все. Кому-то не хватает там злата, серебра. А мне не хватало, наверное, этого. То у меня есть все. И я счастлив. Вот такая она. Хирургия судьбы. Экстренная, плановая, сложная. За 30 лет в отделении сделано 30 тысяч операций. Врач это же как бы лечить должен не только своими там манипуляциями, а он чисто душой и поговорить. Важное решение создать в Беларуси отделение микрохирургии приняли в 1985 году. Постепенно формировался небольшой коллектив хирургов, а сегодня здесь трудятся и их сыновья, не менее талантливые. И бессменный руководитель, доктор медицинских наук, профессор Владимир Подгайский. Он готов помочь любому человеку, который к нему обращается. Он всегда готов развиваться, всегда готов на что-то привнести сам нового. Отделение это набрало мод. Колено змогло укоронить все лепшее, что есть у свете, у практику кожнодённую. Трансплантация стволовых клеток, лечение болезни на генном уровне, бесшовные операции. Еще есть куда развиваться. Но уже сейчас очевидно, применение микрохирургического метода в медицине позволяет достичь наилучших результатов.